Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами Шустрила и я, Артур. Здравствуйте. Сегодня мы поиграем в игру Wii Wii Survivors. Да. Survivors. А мы уже раньше играли в нее, но вроде как эта версия уже подоработаннее, так что... Ну, в общем, начинаем. Ого, эта версия реально подоработаннее. Да, и по сути здесь, короче, помнишь, мы играли с Джеком Да. Шепардом, с Тёмой, но это было не то что бета, это было Чувак, вообще какая-то альфа. это круто. И ты все нахапал. Слышишь, я ничего не... Этот компас... Короче, ну я Слышишь? могу сказать, что игра на Слышь? Unity Engine, но... Мужик, мы, по-моему, звук слишком много поставили. Не знаю, у меня очень тихо. Очень тихо, а у меня очень громко. Ну... Ладно. Почему мы играем в эту ночью? Ну, а как еще как в такую играть? Я просто Это... играю в наушниках, я надеюсь, ты тоже. Я тоже, но ты у меня ходишь на месте рядом с машиной. А, Ну, это о, потому да. что я Ты не можешь втыкаю... взять эту штуку, да? Я тоже Да. почему-то не могу ее взять. То есть мы Хорошо. играем без компаса и... И, кстати, ты заметил, у тебя уже нет разводного ключа. Это очень хорошо. А у тебя фонарик торчит из плеча. Подожди, у тебя раскрыт рот. А у тебя о, грудь волосатая. Да? Да. Блин, нельзя. Это замечательно. А я тоже старик, да, такой? Нет, ты такой молодой хипстер, и у тебя торчат яйца. Штаны красные? Штаны? Нет, я бы тебе сказал, какого они цвета, но тут скорее похоже, что они... Короче, это У леггинсы тебя будут. что-то есть за спиной. Меня... Шутка-прибудка. Я разряжаю обстановку. Так, Объясни мне, слышь? что это за круг? Давай зайдем в него. Ты первый. Хорошо. Слушай, мы можем бегать или я... А, мы прошли круг, он исчез. Так, хорошо. Короче, кто у нас специализируется по хоррорам? Я умею Ну... убивать людей в голову, ты по хоррорам. Вперед, друг. Я умею истерично кричать от испуга, да. Слышишь? Сейчас Короче, круг. в Не принципе, хочу. игру делали 7 человек, и в описании к видео у меня, по крайней мере, у Макса, я думаю, тоже можно будет найти, собственно, клиент игры. Игра работает на Маке, на Linux и на Винде. А ты пока найди топор и убей кого-нибудь. Я просто смотрю по дороге, тут что-то лежит. Это крайне сильно доработана, насколько я понимаю, версия той игры Это не Survivors Beta. нарезано. А возможно, это вообще полностью отдельный проект. Я, честно говоря, не сильно гуглил. Ну, недавно связались разработчики, хотели предоставить пораньше. Но, по сути, мы Так послоупочили. хорошо все отвлекаешь, я прям, ну я не могу отвлечься. Это безумие, брат. Красиво. Это во-первых, красиво, во-вторых, ну я сейчас кончусь, я отвечаю. А кто тут за нами гоняется? Ты в курсе? Почему мы не можем бегать? Вот что интересно. Бегать здесь да. я могу. Видимо. Бегать здесь это Слышишь, что? многократное нажатие А, это пробел. камень, господи Иисусе. Слышь, это Trial Version, кстати, написано справа снизу. Видимо, еще есть какая-то супер-мега-премиум кнопка. Насколько я знаю, это не Trial Version, это... Короче, это... Фу, как бы это выяснить? Разработчики будут рады, если вы купите их игру, но распространяют ее бесплатно. То А есть ты это пошел для назад или поддержки ты идешь Nvidia. вперед? Потому что мне кажется, ты идешь назад. Или я заблудился. Это как это? Опять ночные серии! Чувак, записка впереди, ты видишь? Да, я вижу, я уже давно ее разглядываю. А, я-то думал, ты меня не видишь. И в принципе... Да я хоть прочитаю. Слышь, ну ты понимаешь, как только я возьму, что-то произойдет. Так, лэп. Что там написано? Мне сильно тебя не хватает, брат. Блять, 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 Артур! Чё? Артур! Что происходит? Там женщина! Где? Где? Артур, там женщина! Блять! Так. Почему ночью? Ты что, не мог днем? Ну мне ж спать идти! Я давно уже не видел тебя испуганным, это хорошо. Где женщина? Я не вижу женщину, мне Иди окей. прочитай. Так. Мне сильно тебя не хватает, брат. С тех пор, как ты разругался с отцом и уехал в город, моя жизнь стала несказанно хуже. Отец запил пуще прежнего, но мне... Так, ладно. Тяжело, свет, да, конченый. Да не в этом дело, просто там, по-моему, что-то пронеслось только что. Не свети. Так. Я ничего не вижу, короче, отсвет страшный. Как его взять? Она не берется? Я не могу ее взять. А вот, я взял с помощью кнопки E. Надо А было что? сначала А все-таки вот теперь посмотреть. ее можно читать на H. А, ну, давай. Давай, продолжай. Хочешь читать? Я не буду Хорошо. читать.
Отец забил пуще прежнего, на мне уже не осталось ни одного живого места. Местные подбадривают меня, но кто я им, особенно если вспомнить про наши боли. Я подрабатываю тем, что учу детей, но едва ли этого хватит. Хотела я тоже уехать, но из-за болезни мамы все хозяйство теперь на мне. Извини, я помню, что ты обещал вернуться, я буду ждать. Это единственное, что меня поддерживает последние дни. Все. Нормально. В общем, эта женщина, видимо, да. Теперь ты... Как выглядела эта женщина? Она была не очень симпатичной. Нормально. Ты скоро ее увидишь, я уверен, вы встретитесь. Я вас познакомлю. Иди вперед. Так, хорошо. Тут в кустах что-то слева пошелестело. Так, и я шутки с тобой пока что не шучу. А у меня все очень тихо. Если ты не против, я чуть-чуть на секунду прерву. Конечно. Продолжаем. Итак. Да, мы вернулись, я маленько... Сложности были решены, и мы продолжаем. Теперь ты идешь вперед, потому что это твоя очередь. Отлично, всю жизнь да. мечтал. Иди вперед. Поздравляю. Ты знаешь, Тихо. Да-да-да. Что там? Что там? Скажи мне. Иди вперед. Что там было? Там женщина была? Нет, там были очень приятные звуки, и что-то там и сейчас есть. Так, давай мы можем... Ой, твою мать! Брат, он бьет меня, Пробелом, беги много, жми на пробел. Я не могу, он тянет меня. Я умер. Куда ты умер, зачем? Почему ты бежишь? Я не мог бежать. Пробел много раз нажимать надо. Живи, мужик, я за тебя. Я всецелым за тебя. Ой, вашу мать. Почему это происходит именно со мной? Я не хочу. Я там вижу... что-то светится впереди, там что-то светилось, да? Это, по-моему, страница. Так, вроде бы они отстали. Угу. Так. Тихо, тихо, я слышу эти звуки. Артур, он туда, тупой, беги. Почему я бегу? Вот так, впереди что-то горит, я видел, что это машина наша, наверное. Это машина, наверное, да. Ой, блядь. Что, где? Нет? Что случилось? Я не знаю, что случилось. Ой, я, по-моему, наложил в штаны. Или компас. Да, компас тут можно взять. А я не знаю. Да, можно взять компас на самом деле. Ох, мне нормально. Это так, я предлагаю, ну раз мы примерно тут оказались, то давай сразу попробуем еще раз вместе. Сначала? Замечательно, сначала. Договорились. Угу. Вот, собственно, мы и вернулись. Пробелом бегать. Точно, пробел так, работает. Так, научился. Теперь я знаю, что кнопкой Е это хватать. Я взял радио, мужик. Зачем ты его взял? Не знаю, я смог взять радио. Раньше я не смог его взять. В этот раз я не могу брать компас. За что мне такое? А у тебя раньше было радио? Там сторожка лесника. Или помогут. Нам помогут. Нет. И им помогут. И вам помогут. И тебя вылечат. И меня вылечат. Теперь записку будешь читать ты, чтобы твои зрители тоже оценили всю прелесть этой жизни. Мне осталось понять, где кнопка H, потому что я сижу в полнейшей темноте просто. Кнопка H? Хорошо. Да, H. Пойдем. Круг, собственно. Блин, на пробел так, бегать, начинаем. Да? Слышал, во! А устать можно? Топит он, конечно, как этот. Но я думаю, что можно устать. Да. Вот давай, это, кстати говоря, круто в этой игре. Что, ты уже поехал? У тебя, кстати, рот закрыт в этот раз. Ты воистину себя видел, когда ты бегаешь. Посмотри на меня. Ну это да. Я помню, раньше была версия Dead Island, это такая, ну, ты знаешь Dead Island. Знаю. И там анимация точно такая же была, короче, лютая. А, кстати, да, ты ж теперь читаешь записку у нас. Кстати говоря, интересно, блин, извините за звук, это я локтем только что шандарахнулся. Сделать скример своим зрителям, сам такой не да, интересная локация. Он сказал, пожалуйста, случайным образом или как? Я думаю, нет, я думаю, тут все по сюжету, потому что нас уже сожрали. Хорошо. Ой, записка. Чёрт, я взял записку. Слева, пожалуйста, обрати внимание. Мне сильно тебя не хватает, брат. С тех пор, как ты разругался с отцом и уехал в город, моя жизнь стала несказанно хуже. Отец запил пуще прежнего. На мне уже не осталось ни одного живого места. Местные подбадривают меня, но кто я им? Особенно, если вспомнить про наши долги. Я подрабатываю тем, что учу детей, но едва ли этого хватит. Хотел я тоже уехать, но из-за болезни мамы все хозяйство теперь на мне. Извини, я помню, что ты обещал вернуться. Я буду ждать. Это единственное, что меня поддерживает последние дни. Круто. А около дерева она не стояла, что ли? Ты... Нет. Либо я крайне внимателен. Или, скорее всего, так и есть. Да никто не стоял.
Тихо, слева кто-то шевелится. Да. Ты, это кстати, я, понял, да, что если эти твари уж нападают на тебя, то лучше бежать от них очень далеко, потому что они... Ненадолго, действительно, но при этом не теряться. А меня еще, кстати, автоматически поворачивало к нему, то есть я мышкой не хотел на него смотреть, а он меня разворачивал к себе. Возможно. Мы взяли записку, это значит, что он идет за нами, поэтому нам нельзя тормозить, вроде как. Спокойно, спокойно все будет. Я самый спокойный человек на планете. У меня радио сбесилось. А что оно говорит? Оно говорит... Черточку. Ну ладно. Ну вроде когда. По-другому я назвать не могу. Слева помет чей-то. Так, сюда мы еще не подходили. Подходили. Нет, вот здесь вот мы были, и здесь где-то мы побежали назад. Что-то случилось, в общем, да. Вообще, вот куда-то туда светило. То есть, там видел этот фонарик, это именно туда и нужно. Уйдет меня. Скотина. Притопил. Блять, у меня сердце выпрыгнуло. Мужик, ты где? Я прямо за тобой. Тормози. Она, ты видел? Она... Ты видишь спереди вдалеке что-то там, какие-то белые точки, что это? Давай к ним? Конечно же к ним. Да не ломись, потом будет не на чем убегать. Я боюсь, мужик, она... Это круг. Если бы у меня сейчас был прицеплен ко мне, знаешь, этот сенсор сердца, я не знаю. Он бы сломался, да? Это был бы конец всему. Она прям... О, я побежал. Хотя не хотел этого. Просто у героя сдают нервы. Ух ты! Что? Я нашел интересную вещь. Это что такое? Это палец. Это сарай. Это сапог. Да какой сапог? Ты сюда посмотри. Это сарай. И записка. В этом сарае... Я возьму записку, пожалуй. Дай прочитай. Мне сильно тебя не хватает, брат. А. Ну ладно. И все? А нет, вот. Я уже слышу его, он все ближе. Если вы читаете... Ой, слишком калимый почерк, я не буду читать, прости. Раз, два. Я тут... Паночка сожрет тебя. Это же по произведению Гоголя. Давай-ка, наверное, откопим отсюда по-быстрому, а то, мне кажется, этот летсплей кончится очень быстро. И поднимает веки шире. Я боюсь. Вот честно. Давай до круга. До круга, мужик. Да, я тоже боюсь. Я вот помню, смотрел фильм, называется «Ви». А, помнишь фильм «Ви»? Там круг этот, они в круг не могли взять. А я тебе еще говорю. Слабак, иди сюда! Слушай, мне кажется, этот круг просто как бы дает нам понять, что здесь что-то есть. И на самом деле эти ребята точно не смотрели фильм «Ви». Поэтому давай. Нет, ну просто я знаю, что игру делали по мотивам фильма «Ви». А, да? Не по мотивам, а по мотивам произведения «Ви». Поэтому это все поможет. Вот оно что. Тогда да, тогда это поможет. Слышь, тогда я очкую еще больше, потому что Ви в детстве я боялся очень сильно. Я тоже. Помнишь, как ему глаза открывали? Черти, это вообще... Поднимите мне веки, такой. Там еще спецэффекты адовые просто были по тем временам. На самом деле мы это все говорим просто, чтобы заговорить друг другу зубы и не бояться. Я боюсь все равно. Промелькнула тень. Давай-ка ты вперед пойдешь. Хорошо. Ты чё? А ты посмотри на Луну наверх, такая классная. Вот мне сейчас только на Луну смотрю. Я сейчас кончусь. Короче, брат, я надеюсь, ты со мной до конца. Нет. Нет? Очень жаль. Я тебя брошу на сиденье, сам останусь. Думай. Так, сейчас будет немножко шумно. Все. Нормально. Ага. Нормально. Конечно. Там спереди какой-то камень. Там, да. Что-то есть. В общем, я надеюсь, ты не будешь отставать. В этот раз более спокойно, да, проходит? Да ты что издеваешься? Тут какой-то какие-то цветочки. Там очередной круг. Там круг. Я до него. Так, давай топим. Я пытаюсь. Мы здесь умрем. И сейчас что-то тут вырезка выпрыгнет. Мы все здесь погибнем. Ты тут? Ты со мной? Да, я тут рядом с тобой стою. Хорошо. Скорее всего, на одном из этих... Вот, машинка. Ой, бляха-муха. Тихо, так. Круг. Мы должны быть целы здесь. Ой, уйди. Тебя тут не должно быть. Тихо. Где ты? Что? Я в круге стою. Да, ты в круге стоишь. Я в круге стою? Ты не видишь. Мы не видим. Нормально, он ушел. Нет никакого круга уже, все. Нет круга? Ой, валим. Куда-нибудь беги. Артур, все будет нормально. Ты главное не нервничай. Я с тобой. Давай. Бежим. Прям за нами. Ты слышишь, как он топит? Я слышу, да, мне нехорошо. Еще быстрее, Артур. Я хочу круг. Налево, лево руля. Лево руля, Артур. Я выдохся, все. Ой, слышишь, очень сильно радио очень сильно фонит.
Я ничего не хочу сказать. С неба зеленое что-то, Артур, ты видишь зеленое? Это дом, мы там спасемся. Нет, мы там не спасемся. Но это болото. Я выдохся. Я тоже выдохся уже давным-давно. Я на болоте, радио успокоилось. А, брат, давай ты первым, если ты утонешь, я останусь жить. Отличный план. Да, план просто гениальный, мистер Эйнштейн. Просто шикарно. Радио. Радио играет, может, как Silent Hill по мере приближения монстров. Может быть. А что ж с кругом-то случилось? Он, кстати, какой-то зеленый, да, желтый. У меня хоть какой круг. Я взял бутылку со святой водой. Тут чья-то могила. Ну, окей. Артур, у меня для тебя плохие новости. Что? Ночь, болото, могила. Круга нет. Бутылка со святой водой. Макс, если я умру... Не бойся, я вижу спереди фонарь. Пойдем к нему? Пойдем. Хорошо. Пойдем к фонарю. Это отличный план вроде как есть. Только смотри, сейчас девушка... Ты смотри, топи. Смотри под ноги, мы сейчас утопнем. Это же топи. Не утопнем. Быстрее, прибавь радио. Радио говорит нам, что все, это финиш. Ой, тихо, кто-то слева шевелится. Я тебя потерял. Я бегу к кругу. Фу, вижу тебя. Все, давай к кругу. Договорились. Вон там справа еще один, если что. Хорошо. Ой, у меня голос дрожит, я не хочу. Все. Успокойся, мужик. Тут что-то, тут какие-то, тут руины. Там вдалеке так, круг. Можно... Нет, Артур, беги! Быстрее. Блэк, брат, Артур, Сильвер, Уфа. Человек Уфа. До круга. Я в круге стою, что происходит? Ты в круге стоишь? Да, я пошел уже по кругу. Да, я знаю, но я в этом... Мне норм. Артур, у меня тут брошенное здание. У меня тоже. Давай сначала я схожу к своему, ты там стой, может быть, или ко мне. Хорошо. Пересей, я не знаю. Ой, блин. Артур. Я не знаю, я потерял круг. Я бегу к тебе. Давай, брат. Я смотрю, за тобой никого нет. Успокойся, что там было? Там какая-то страшная херь. Подожди, я пойду теперь в этот дом. Все, круг исчез, кстати говоря. Я теперь иду в этот дом. Ты не пойдешь в дом, он закрыт. Тут есть еще одна страничка. Я возьму. Вон там вдалеке кто-то стоит. Ты видишь, нет? Вон там он. Где? Стоит? Да. Да, кто-то стоит. Тень какая-то пробежала. Артур! Спаси меня, Артур! Уйди, чур меня! Я тебя вижу. Стой. Это я. На меня она сфокусировала свой... в общем, было не очень приятно. Так. Хорошо. Мне нужно взять... Мужик, там бей! Он приземлился туда прямо в дом, я видел. Я возьму эту страницу, я не буду... Ой, вон он. Все, валим. Радио бесится. Он справа стоит. Где ты? Я тебя потерял, брат. Не вижу тебя. Я не знаю, я бегу к кругу. Очень плохо. Я тебя вижу. Ты бежишь. Я иду на твой свет. Ой, он за тобой прям. Беги ко мне, тут круг есть. Я вижу круг. Только бы не выдохнуться. Беги чуть-чуть правее меня, там еще один круг есть. Договорились. Я выдохся. Так. Есть. Круга нет. У меня есть. Мой круг кончился. Он бежит. Он бежит прямо за тобой. И я это вижу. Он гигантский. У тебя круга под ногами нет. Вперед. Я видел это все. Я умру. Нет, Артур, не умирай. Он меня убил. Убил? Да. Нет. Я смотрю на тебя. Почему он, а не я? Ладно. Ты выключил фонарик? Я? Я переключил для тебя. Видно? Не знаю. Нет. Не видно? А ты нажми на правую кнопку. А, вот, понятно. Все. Ага. Так, я слежу за тобой, давай. Ты сможешь. Мужик, я боюсь. Я хотел... Я... Зачем жить? Охрененно страшно. Зачем жить, если я остался один? Ничего, ты сможешь. А если сейчас эта женщина на меня опять выпрыгнет, что ей скажу? Скажи. Что я подарю тебе конфеты и любовь, она мне не поверит. Капец, блин, я что-то перенервничал. Давненько так. Господи, какая стрёмная игра, какая стрёмная женщина, какое стрёмное всё. Да. Что за люди, что за... Как... А прикинь, как это создавалось.
Ну да. Они сами там не обосрались, пока создавали? Надо будет спросить, они у меня есть на связи. Замечательно. Привет вам, ребят. Да, вы молодцы. Ничего себе, молодцы. Это красота какая. Если это, честно, по-моему, один из лучших вообще инди-хорроров на этом. Ой, он передовой. А, ясно, понятно. Вон, беги туда, ты на это видел? Ой, кто это такое просыпается? У кого это там глазки открываются? Ай-на-най-на-най. Есть какая система в том, куда ты бежишь? На-на-на-на-на-на-на-на. Тихо. Так, вроде нормально. Пойдем назад. Потихонечку. Потихонечку. Вы думаете, кто самый умный? Шустрила самый умный. Почему? Потому что его не поймать. Почему его не поймать, спросил? Потому что он быстрый. Когда? А вы как думаете? Особенно ночью. Сейчас будет эпично, если тебя убьют. Нет, я не так просто, как ты думаешь. Конечно. Сейчас будет эпично, если на меня девушка прыгнет, и этого не... Ну почему? Я не хочу больше. Где же весь твой гонор? Я не хочу больше. Я хочу, чтобы это закончилось. Это, оказывается, настолько смешно со стороны смотреть, насколько страшно самому играть. Какое что смешно? Я не могу понять, что смешного ты нашел в этом. Это... Оно идет за тобой. Это ненормально. Это ненормально. А твоя плоть. Я просто теперь не остановлюсь. Я буду бежать всегда. Знаешь почему? Потому что могу. Ну, ты не можешь на самом деле. Да? Да, ты скоро выдохнешься. У меня палец устал просто. По-моему, ты пришел к тому самому дому, который был заброшен, около которого была у меня истерика. А я не вижу дом. Вот прямо перед тобой. Вот он, видишь? А, вижу. Я сделаю то, чего не смог сделать, Артур. Там слева от дома, прямо этот, был еще один маленький, там, скорее всего, еще одна. Вот там, да. Да. Это я помню. Вот тот, я его вижу даже. Да, но у меня из двери этого дома вылетела страшная просто штука какая-то волосатая. Вылетела прям? Нет, выпрыгнула. И побежала полукругом от меня. Я, блядь, больше не хочу в тот дом. Ну или... а там вдалеке, ты помнишь, куда ты идешь, там стоял кто-то? Короче, я чувствую, что... Я только что видел лицо, мне показалось, наверное. Показалось, наверное. Конечно, показалось. Слышь, тебе там вообще не весело. Да мне нормально. Я, по крайней мере, не нервничаю уже. Что-то где-то рядом. А где вход в этот дом, из которого ебака вылетела? В этом доме, по-моему, ничего вообще. То есть ты же говорил, маленький дом, из которого полукругом на тебя выпрыгнула какая-то хрень. С другой стены. Из стены? Да, там из этой запечатанной... Так. Ты видел это? Нет! Я умер. А что должен был видеть? Там какая-то красная комета пролетела и... Да, он подпрыгнул просто и приземлился около тебя. Ладно, ну собственно, мне кажется, этого пока достаточно. Да, давай на этом пока притормозим. Надо отдохнуть, согласен, ночью в такой играть. Короче, офигительный, наверное, самый лучший кооперативный хоррор. Тех, что выходили за последнее время. Но с визуальной точки зрения очень крутой. Да, очень-очень красивый, но вот еще хочется заметить, что вроде как все самое страшное мы уже увидели. Наверное, ну то есть возможно, это женщина, да, но... это ебака и это шняга, которая выпрыгивает из дома и делает полукруг. Все, собственно, пока что ничего. Ну, такие игры на один, на пару раз рассчитаны. Ну да. Конечно, да. Хотелось бы тут добраться до какого-то финала, но не знаю, посмотрим, может увидимся еще в каких-нибудь видео. Даст бог. По этой теме. Но пока что все, с вами были Шустрила и Артур Блэк. До скорой. Всего хорошего, пока. Пока.